Нам сегодня в Волноваху перевезли 4 машины гуманитарной помощи. Большое спасибо им за то, что нам привезли еду, что нам привезли книжки, тетрадки, карандаши, краски. Большое спасибо за это, что привезли говядину. Спасибо, что привезли много гуманитарной помощи. Сегодня в нашу Волноваху приехала гуманитарная помощь Подмосковья. Давали продуктовые наборы, очень хорошие продукты, там гречка, макароны, то есть очень много всего. Давали деткам канцелярию, мне дали 2 набора, так у меня 2 деток. Мне очень понравилось. Давали памперсы, детское питание еще раз дают. Сегодня у нас 12 июня, День России, Троица. Я всех поздравляю с этим прекрасным днем. У нас каждый день видно, каждый день столько людей умирает. Дома разбитые, вот я живу на Красной улице, там столько домов разбитых. Люди живут в подвалах, сидят, не выходят, хлеб не возят. Вот дом разбили, магазин, хлеб привозили, теперь хлеба купить негде. Негде купить даже буханку хлеба. Огромное вам спасибо, что вы нас не забываете. Огромное, огромное. Вот низкий поклон. Сегодня праздник Троицы. Вот низкий вам поклон. Огромное вам спасибо. Дай Бог здоровья. Всего-всего самого наилучшего. Чтобы все были живы и здоровы.